Друзья, приветствую всех на своем канале. С вами снова Алекс, и мы продолжаем играть в какие-то очередные интересные игры. На этот раз у нас Хогвартс, и необычный, а еще и мобильный в том числе. Но он позволяет играть как на компе, так и на мобильных устройствах. Поэтому начнем на компе, а дальше посмотрим, может, где будет записывать, как будет интересно играть, в первую очередь, мне. Но я думаю, что мы в большинстве своем будем стараться проходить все на компьютере, ну и постепенно записывать какой-то геймплей. Обещает много быть интересного, русского, к сожалению, нет, ребят, поэтому будем отталкиваться от того, что есть. Постараюсь каким-то образом, может быть, комментировать. Ну и погружаться. Здесь должно быть много интересного. Геймплей я посмотрел, в принципе, неплохой, отчасти такой необычный даже для, можно сказать, и карточной игры. Это какая-то смесь, но... Не будем задерживать, я думаю, погнали, сами все увидите, посмотрим. Войдем в наш Хогвартс. I've always been different. I can't explain it, but strange things happen when I'm around. It doesn't bother me, not anymore. I'm used to the stares, the whispers. But I wish I didn't have to hide who I am. I wish there was a place where I belong. What was that? Ну, Хагрид, как всегда. Ни в одну комнату не может войти этот молодой человек. Rubius Hagrid, at your service. Don't be nervous. I'm only here to deliver this. Ну, как всегда, да. Мальчик не может понять, кто он. Хочет каких-то моментов. И здесь приходит Хагрид, собственно, как и в Гарри Поттере, дает ему письмо из Хогвартса. Смотрим. Воу! Всем будущим студентам! Мы рады сообщить вам, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартс. Пожалуйста, подпишитесь своим именем, чтобы подтвердить регистрацию, и верните это письмо сове. Ну, давайте подпишемся. А, ну просто нажать. Ага, супер. Ну, я так понимаю, это будет наш основной никнейм. Возможно. Возможно, нет. Это что, рандом? Сара Бедилли. Может быть, что-то по рандому сейчас найдем. Годрик Элнео. Ну, кстати, вот Годрик мне на самом деле нравится. Годрик можно оставить, а... Этот возьмем Блэк, например. Годрик Блэк. О, кстати, смотрите. Письмо прислала Минерва МакГонагал. Ладно, давайте будет проще. Алекс Блэк. Блэк. Да господи. Кто с английским сегодня? Итак, Алекс Блэк. В принципе, неплохо. Из потомков Блэка. Погнали. Понимаю, что вы приняты в школу чародейского Кардистана, но это он просто читает. Понятно. На следующий день же мы пошли в косой переулок, чтобы купить то, что мне нужно для занятий. Ну, тут ничего нового. Все, по сути, пересказывается относительно Гарри Поттера. Идут в косой переулок, чтобы закупиться. Прикольно. Так, ну я так понимаю, сюда, да? Гарри Поттер. Угу, что у нас есть на выбор?
Странно, что здесь он с черными волосами нарисован. Не, ну нам нужна с черными волосами. Мы же блэки. Там на лицо особо ничего не меняется, я так понимаю. Окей. Новая одежда. Подходи. Ага. О, ну, кстати, неплохо. Достаточно кастомизации. Более обширная, я думал, что на этом мы остановимся. О. Это уже, кстати, неплохо. Это что в стиле Малфоя какого-то. Думаю, на самом деле такое ставить. Perhaps a change is in order. I need something that suits my style. Пожалуй, так. Дальше. I've got to look good for school. Perhaps a change. Какого цвета делаем глаза? Ну, наверное, какие-нибудь зеленые надо. Не помню, какие у них были, но зеленый вполне подходит. Вот либо такой какой-то мутный. Очки. Эти достаточно смешные. I need something that suits my style. Какой у нас острый нос. Что мне не нравится прическа. Perhaps a change is in order. I need something that suits my style. Ничего не видно за такой прической. Стать такой, может быть? Что-то мне не нравится наш нос. Может, такой все-таки ставить? Ну, он какой-то прям супер молодой паренек получился. Ну, ладно. Видимо, придется ему вот таким стать. Окей, так и быть. Все, погнали. Опа, вещички. Maybe I should go with a more classic look. Такой более удобный. Нифига, у него модные туфли. A portrait of a model Hogwarts student. Let's see what else is on your list, shall we? Посмотрим, что есть в вашем списке. Так. Понадобится Оливандр. А, ну понятно. Идем к Оливандру выбирать палочку. Не, ну модные боты, модные. Ничего не скажешь. Так. Альт. Что, чтобы выбирать? Ага, крутить камеру можем. Отдалять. И двигаться. О, двигаться удобно. ВСД, отлично. Погнали. Здравствуй, Хагрид. Отличная девушка, да. Пора взять палочку. Согласен. Оливандр, лучшие палочки. Так, лучшая палочка, которую можно купить. Он нас уже ждет. Погнали. Вы волшебник. Come, try out this wand. Так, что это у нас тут?
9. Перо Феникса. Стив. Это, я так понимаю, дерево. Не помню, правда, как Стив переводится. А, нет, это просто типа его гибкость. То, что оно достаточно жесткое. Понятно. А вот само дерево уже. Эш, если я правильно помню, это ясень вроде бы или что-то такое. Так. Драктую. Ага, мах. Взмахнули. И разрушили ему магазин. Все стабильно. Каждый день у него происходит такое. Что, нам не подошло перо Феникса? Да ты что? Тот шедевр? О. Почти как у... А, нет, это какое-то переплетение. Вишня. Такая же жесткая. И... А, волос с хвоста единорога, я так понимаю. Да. Кружочек попробуем. Черт, нам что, подошел хвост единорога? Ничего любопытного. Черт подери, нам подошла эта палочка. Я хотел перо Феникса. Черт подери. Ну ладно. Значит, такой мы волшебник. Это что за дива такая? Тоже идешь выбирать палочку? Конечно, я... А, я уже выбрала. Мне же Синину просто... Немного странно... Типа, я так понимаю, палочка немного странно работала в последнее время. Хм. О, у нее... Нормально. Какая-то мощная у нее палочка. Мама научила ее заклинаниями, но... Я не могу делать многое. Может быть, что-то не так с моей палочкой? Что ты можешь продемонстрировать, юная мисс? Юная мисс. Ну давай. Что за заклинание? Она сейчас там бахнет. Сейчас, Авада Кедавра. О, Лохомора. О! Не получилось банки вскрыть у нее. Так Лохомора там нужно правильно взмахнуть. Ой. Так. И вот наш первый бой, что ли? Так. Мана стоимость здесь. Это я понимаю. Клейма сможет мне помочь. Так, быстро здесь представлены карточками. Играйте в карты, чтобы разыгрывать заклинания. Вызывать существ и владеть могущественными магическими предметами. Допустим, ваша доска может помочь спеллы, включая Infamous. А, в том числе и те, что были поглощены, изучены известными темными волшебниками. Прикольно. Нажимаете единичку, селект летающий, чаем, тучим, лев клик, коты. О, прикольно. Давай, давай, накидывай ему там. Так, нажмите на земле, чтобы двигаться. Пихнем на ground, dodge the monster book. А, типа и всего 30 переходов таких. Нифига. Incendio.
Короче, особо много не побегаешь. Ой. Иллюминации прикольные. Слушайте, ну прикольная комбинация сделана в виде карточек. То есть надо будет какие-то комплекты создавать заклинанием, их где-то изучать. Блин, звучит очень круто. Так. Это было просто прелестно. Согласен. Да, не справился без твоей помощи. И в следующий дракон, когда доберешься до Хогвартса. Ага. Ты идешь в Хогвартс? Я тоже. Я Айви Варрингтон. By the way, это, по-моему, кстати. Алекс Блэк. Увидимся в школе, да. Бум, что это нам дали? Вентус? Так, это какое-то заклинание, которое пускает мощный порыв ветра по прямой линии, отбрасывая врагов на своем пути, нанося урон. Наносит на 200% больше урона по щитам. Смотрим. О, нифига. Прикольно. Обучающее видео. Блин, прикольно. Очень круто. Ой, а это что? Книга монстров редкая. Что с ними сделать? Бросает копию книги монстров. А, ну я так понимаю, это нам дают какие-то стартовые книжечки сейчас, которые мы можем использовать. Ну-ка посмотрим. Нормально так. Фига, она еще даже двигается к ближайшим целям. Круто. Это хил? Он хилится? Прикольно, и тем самым мы доджим его хил. Слушайте, ну круто выглядит. Так, мы получили эпик. И какие-то прикольные скиллы. Хорошо. Так, нам нужна теперь наша сова. Моя палочка в порядке, я могу что-нибудь изменить в себе. А, ну что-то действительно во мне. Ну да, да, да. Правильно мыслишь, девушка. А, он с ней разговаривает еще. Понятно. Пожалуйста. Так. Еще один подарок. В новой магии. Так. Сова полезна, конечно. Ой, блин, пропустил нечаянно. И погнали, купим сову себе. Hello. Хагрид упомянул тебя, и да, он очень любит тебя, не смог выбрать сову, поэтому оставил выбор на ваше усмотрение. Окей. Идем туда, посмотрим. А, выбери для себя, я так понимаю. Ой, что это? Какая-то у вас странная. О, ну, естественно, вот это надо. Определенно, мне вот это прям импонирует. Привет, друг. Пойдешь со мной? Реконсидер? Не помню, что это значит. Реконсидер. Скорее всего, что-то выбор. С выбором связано. Переизбрать, наверное. Не, ну сова, вот это шикарно. Просто шикарная сова. Isn't Diagon Alley amazing? Так, свой переулок. Шикарен, сумасшедший. Шикарен, наверное, скорее всего. Да, всегда приходила.
last time. That's odd, isn't it? Я не могу вспомнить последнее время. Это странно, не так ли? Что-то я не понял, что она не помнит. Видимо, я где-то пропустил какую-то часть мысли. Мне нужно идти и, может, еще собраться в школу. Да, мне тоже, я думаю. Так, ну все, погнали уже, Хагрид. Школу чародейства и мастерства. Выйти в Хогвартс, не беспокойся. Мы вернемся сюда. А, ты скоро доберешься. Все, до Хогвартса, я понял. Так ты впервые по самому переулке, можешь еще немного погулять, если хочешь. Да нет, наверное, сразу в Хогвартс погнали. Сейчас я нажму, я хочу отправиться в мою школу. Что это за девица у нас? Кассандра Воллер. Ох, близнецы. Фишер Колби Фрей. Быстро летает? А, это пишет ее... Прикольно, это пишут... Ну, здесь еще быстро пишет, не успеешь прочитать. Это как-то что-то с алхимией связано у него. Креативные, кто... То чё, непонятно. Ну, в общем, что-то она рисует там. А, это типа с кем я выберу сесть. Даже не знаю, сложный выбор. Так, ну, наверное, сядем с пацаном, вот с этим, с Кевином. Могу я сесть с тобой? Ты можешь найти комнату, я думаю, моя друг Кенрилли очень любит дорогу. Ты что, не понял, она мне отказала? Нормально. Так, ну давайте с Кассандрой присядем. Чего? Ты чё такая, блядь? О, прошу прощения. Я из Слизерина, что ли? Off you go, если я правильно понимаю, это что-то типа... Шёл ты, вот. Что-то мне не нравится эта девица, честно говоря. Так может быть ты один сядешь? О, и Варрингтон. Талантливая молодая ведьма. Ведьма, магичка, ведьма. Ты шикарен, ты можешь сесть рядом со мной. Isn't this exciting? We're finally going to Hogwarts. I'm a little nervous, actually. Don't be. Ты что-то нервничаешь? Не очкуй. I can't wait to go exploring. Да, замок действительно должен быть огромный. Посмотрим. Кстати, я так и не допрошел до сих пор Hogwarts Legacy. Что-то как-то, честно сказать, и прям и не тянет, вот знаете. В свое время, я помню, играл в различных частей Гарри Поттеров, и там реально тянуло к прокачке, ко всему. А здесь вот, видимо, за счет какой-то отсутствия некоторой таинственности не тянет так. Геймплей прям не супер захватывающий. Есть игры с гораздо более интересным геймплеем, может быть, и историей. Не знаю. Так, опа, щиты. Так, Волдеморт и последователи были побеждены. А, то есть это после победы. На место усилия многих ведьм и волшебников. Студенты очень похожи на вас. Так, теперь никто не столкнулся с таким злом. Вместе вы способны гораздо больше, чем вы думаете. А теперь для тех, кто чувствует себя подавленным этим событием.
Помните, что даже Гарри Поттер когда-то стоял там? История. То есть, по факту, там ни Дамблдора, ни Северус Степа, никого нет. Сначала мы должны позаботиться о распределении новых учеников по домам. По факультетам, наверное, правильно. Это очень важно. Насколько ваш дом будет... типа, похож на вашу семью. Будет поддерживать все ваши начинания и провалы. Сортировочная шляпа. Ну, погнали. Один за одним сортировались по домам, по факультетам. И следующий был мой ход. Интересно, кстати, там на выбор или она сама определит по каким-то вопросам? Это вот это очень важно, кстати. Чтобы она сама определила, и это, ну, вот в Хогвартс Легаси мне этого не хватало, конечно. Там слишком скудный выбор. Куда я тебя определю? In Ravenclaw, you'll find learning is prized above all else. Что будет цениться превыше всего, а почему бы и нет? Обучение. Так. Он еще говорит. Умные. Очень интересные. Ну, в чем отличаются? А почему? А почему? То есть он просто взял так и определил меня туда? Посчитав меня умным. Хотим ли мы туда? Блин, сейчас буду себе противоречить. Если я скажу... Что хочу переизбрать. Я же хотел выбор шляпы. Ладно, наверное, это будет выбор шляпы. Окей, я ничего не меняю. Так и быть. Пусть будет считать меня каким-то супермудрым. Окей. Так, вы уверены, что хотите присоединиться... Блин, Ravenclaw, синий, это же... Что это, Когтевран? Вы можете делить комнату в общежитии с студентами с этого самого дома. То есть я смогу играть, получается, только с этими? Непонятно вот это. Непонятно, смогу ли я типа только с ними играть. Ну, окей, предположим. 285 ID. 285. Ой, 28500 получается. О, фига. Admission. 07.03. А, ну так это дата сегодняшняя, когда я записываю. Прикольно. Ravenclaw. Когтевран. Значит, Когтевран, по-моему, насколько я помню. Айви Уоррингтон. Ну и девицу теперь по-любому тоже ко мне определят. Кто-нибудь знает, что случилось с ней? I see. Hagrid? Yes, headmistress? I believe a search party is in order. It appears we have lost a student. Мы потеряли студента. Да, чувствую, с ней какие-то будут приключения. Не могу поверить, что Айви исчезла. Взволнованно. Что это у нас тут?
Интересно, что случилось? Проблемы? Ну, может пойти искать? Она помогла мне? В чем она помогла? По-моему, мы ей помогли. В Ливандере. Завтра у нее все еще не будет вещей, придется ее пойти искать. Самый первый день. Уже что-то случилось. Пропала Айви, а мы такие, типа, ну, поспим. И завтра, если что, пойдем кого-то искать. Вот это классный подход. Без вопросов. Так, присоединяйся to climb to task reward. Ух ты. Вот так. Класс. Этот чувак стал с нами. Специалист по зельям. Чпцот. 13 атаки. 100 чаще используется. Лучшие партнеры. Ну, прикольно. Прикольно, прикольно. Так, что тут? Come on! Ты же не хочешь опоздать на свой первый урок? Погнали, погнали. Так, не забудьте переодеться в школьную одежду. Где школьная одежда? Ага. Прям сундучок. Вы можете менять ваш образ в любое время, как вам нравится. Выберите школьную робу. Подтвердить. О! Мы теперь... Слушайте, а, кстати, сделали, да, класс, как... Ну, change made. Классы сделали круглыми, вот такие вот. И вообще я видел то, что оформление даже похоже на то, которое мы видели в Hogwarts Legacy. Так. Бегать нельзя, видимо, да? Ну, погнали. Посмотрим, насколько здесь доступен замок. О, тут есть двигающиеся лестницы. Ну вот прикольно то, что они реализовали это. Вот в Hogwarts Legacy не стали реализовывать. Хотя в этом весь, ну, в этом весь смысл какой-то вот old school, вот это вот бегать по этим лестницам каким-то, ну не знаю, как это передать. Так, головокружительная лестница, понятно. Перед собой иначе вы можете потеряться. По заклинанию должен быть где-то впереди. Не всех хватает терпения указать нам правильное направление. Да, портреты те еще могут быть. Так, погнали. О, Левиоса, я так понимаю. А, нет, Левиоса другой учил. А этот чему учит? Ну, тоже знакомый дяденька. Это вы. Да, тебе давай. Charms is a very practical subject, which you are required to take until your fifth year. Once upon a time, a student named Ron Weasley, as you may have heard, beat an adult troll in his first year. Эти чары защищают своих друзей Гарри Поттера и Гермиона в процессе. Ну давай, давай. Прикольно то, что отсылка к Рону Уизли делает. Типа он заснул и теперь вспоминает, точнее представляет, ему снится. Прикольно. Так, толкнем его. Вентус. Линга монстров может прыгнуть оппонент from на дистанции.
It's the book. Так, еще я толкнул его. Смотрите, тролль обезоружен. А, нет, тролль типа отвлекся. Так, сейчас самое время, чтобы нанести ему какой-то удар. Так, мы делаем грозу. Делаем грозу. О, куда ты пошел? Стой! Хорошо, отвлек. Бум. Рон Уизли, я так понимаю. Узнаю его крики. Так, бросок бутылки. Ну-ка посмотрим. Акромантула Веном. А, бутылка с ядом. И проходит увеличенный урон сразу, поэтому. Прикольно. Призывает медленного тролля. Редкая. А, ну вот shift работает. Прикольно, до этого не работал. Мне кажется, так все прикольно, что я очень часто говорю слово прикольно. А, вот она эта дамочка из Слизерина. Правда, я чистый талант. I wish I was that good. Yes. Well, I'm sure you'll get better. It's just a swish and a flick. That's right. I'll keep practicing. If you're looking to practice, Dueling Club is the place to do it. You can join me if you like, if you're not afraid. Давай, давай, сходим к ней. Увидимся, увидимся. Нормально, она его там послала куда подальше, он ей еще рукой машет. Что за человек? Так, нам нужно теперь в дуэльный клуб с Кассандрой. А, ну то когда близко. Так, заклинание составляем, типа это наша доска, колода, да? Нажмите, чтобы сконфигурировать. Так, доска использования в битве. Спел уже изучены. Потяните их в вашу колоду. Ну, я так понимаю, все. Хорошо. Вы построили свою первую колоду. Погнали. Прям ПВП какой-то. Так, это нам дают деп поюзать. Нам не надо. Матч.
Опа, сейчас мы Кассандре-то... А, так мы ее вот с этим пареньком будем драться. Ну ладно, давай. Так, Ландилов, не запутаться. Так, хотя для призыва тролля требуется большое количество магических очков. У него много здоровья, он может выдержать большой урон. То есть его выгодно, типа, придержать. А, типа он пойдет агриться, да, сразу? Ну давай. Хорошо. Тролль, он вызвал пауков. Мы сразу разбиваем пауков. Бега, а чё они такого больно-то бьют? Так, ваш оппонент призвал пауков. Тролль может атаковать только юмит, так, этих чаров, время и быстрее сбить толку. Попробуйте контрить с помощью... Ага, лужа с ядом. Блин, теперь он призвал. Теперь мы призовем наших паучков. Он еще и плюс под ядом. Погнали. Так, он вызвал еще. Кидаем ему лучше двоих. Вот он жук. Красиво надули его. Опа, чувак ты стал Гриффиндоре. Хороший дуэль, бро. Но теперь, может быть, нужен настоящий дуэль, скажем, против Фишера. И меня против двоих. Вот сейчас мы с пареньком с этим, наверное, в пати будем. Он находит двойной дуэль. Два против двоих. Так, тут тебе нужен партнер. Не проблема. Давай сделаем это. Дамочка из Гриффиндора с нами хочет надрать задницу Слизерину. Так, хорошо. Сразу вот так вот. Ой, нормально. О, красиво, инсендио туда еще. Йоу. Так, это просто пушка какая-то. Надуть ее. Блин, я не попал. Как я не попал-то? Я не пойму, у нас дальность или... Почему я ее не бью? Не понимаю, почему я ее не бью с руки. Отличная работа. Не так безумно, как кажется. Как тебя звали? Отлично, отлично, я запомнил. Ты рассказал мне о левитации. Казалось бы, вы знаете больше, чем показываете. Мини-победа над Фрейм не вызывает восторга, когда ты появишься снова, я вызову тебя на дуэль. Да, я буду готов. Прикольные дуэльки. 2 на 2 прям интересно. То есть можно прям комбинации какие-то делать свои. Интересно, тут есть PvP 2 на 2? Наверное, да. Если есть, это прикольно. Так, что у нас всплыло какое-то тут поле. Закрыть его. Так, check out the shop page.
Потом попоупешимся. Так, донатик тут подъехал. С ключиками. Так, а почему я... Top unlocked, come take a browse. Так, какие-то письма. Получаем награды. У-ху. Приложение Best Store в топ-чартах. Хотя, надо есть, надо его это скачать будет. Получаем кучу предметиков. Ух, вау. Вау! Это что такое? А, это за пререгистрацию награда. Прикольно. Бам. Нимбус 2000. Сюда. Картишечки. Швандер. Ух ты. Эпик. Это прям змея? Нифига. С большим дамагом. Вау. Ну круто. Что еще? Еще какой-то эпик. Какие-то скорпионы. Ой. А, пропустил. Ну ладно. О, Нифлер. Блин, он там на заднем фоне открылся. Что за баги? Ладно, давайте посмотрим вот это. Нюхлер. Че, Нифлер он в английском. У нас он Нюхлер. А, Империген дает. Прикольная тема. Под какой-то буст. Типа ты его вызвал, он тебе ману зарегенил, ты потом делаешь прокаст с других каких-то картишек. Прикольно звучит. Так, что по-моему, come take the browse. Так, это у нас чатики. Это мы все получили. А как шоп-то открыть? Check out the shop page. Это загадка. Типа, приходите посмотреть, куда приходить, что открывать. Чем у меня курсор, кстати? Где курсор-то? Я не пойму. А, во, через Alt я забыл. Ух. Так, ну что, картишки откроем? Open pack 10 штук. 10 ключей нам дали за дуэли. Что, все 10 вскроем? Погнали. Вау, светится что-то на эпическом. Ля. Хилка. Прикольно. О, цепи. Вот это вот, по-моему, цепи как раз-таки, которая... Посмотрим, которыми она связала до этого. Вот она, стяжка, и под нее Infamous. Блин, вообще круто, мне кажется. Стяжка, крутая тема, надо брать. Typify. Тоже прикольная. Бам, оттолкнул его.
То есть 3 маны стоит. Ну, неплохо. Фига, то есть если стоят какие-то объекты, ты его толкаешь. Все, кто сзади находится, тоже... Прикольно. Так, что еще? Кентавр. Ну, кентавр, понятно, призываем. О, что-то эпическое. Бомбастик бомбокс. Накидывает бомбы, которые взрываются. Прикольно, на суммонов. Ну, ситуативный, но надо посмотреть. Так, что-то с лечением связано. Продамажили меня. Поставили хилку. От котла захилились. Понятно. О, протега, это же щит. Щит. Интересно, типа, какова прочность вот этого изделия? Incendio. О, инцендио. Стоп, подожди. У меня же уже было инцендио. Или это сейчас заново мы набираем? Не, ну было же инцендио уже. Или там не инцендио было? Ну, по-моему, инцендио. Пикси? Еще одни призывные. Кто сильнее, пикси или пауки? Да, пикси явно сильнее. Так, и все, да, получается? Еще прокачивать на апгрейд можно. Can to upgrade level 7. А как это делать? И вот у нее повысится. Если мы ее прокачаем. Понял. Ага, и мы можем потратить донатные алмазы на еще ключиков. Но пока не будем. Пока не будем. Так, я вот какие-то могу продвинутые книги открыть. Что, это что, подарки? Бесплатные итемки. Посмотрим. Ага, дефает вокруг себя. Ну, выглядит такое себе на самом деле. Тролль за 30 монеточек, рандом рар эхо. За 20 тысяч Гермионы Грейнджер мы можем взять. Золотая какая-то карта легендарная. Я так понимаю. Ну, это донатик. Прикольно, прикольно. Так, ну давайте вот эти вот еще вскроем. У нас есть один такой ключ. И он не светится, то есть это обычный будет. Агументация. Тоже на урон. А это что за красавчик такой? Бык с контролем каким-то. Ну, такое. Ветер получше, наверное, мне кажется. Окей. Так, и вот этих вот откроем. Каких-то супер-пупер легендарные. Легендарная карта. О, она реально золотая какая-то. Да, Волдеморт был. Орб воды. Легендарная карта, реально, кстати. Прикольно. Супер контроль плюс дамаг. Всех ли она закроет в этот орб? Да. А интересно,
Если потом в этот орб закинуть инцендио, будет ли он дамажить или это поглощение произойдет? Пишет со звездочкой. Так, по команде не могут двигаться в сфере, а враги будут оглушены. Сфер воды можно разрушить контрольными картами. То есть, если я в сферу закину что-то другое, я их разрушу. Ну, прикольно. Вентус. Вентус это ветер, да? У нас есть он уже. Это что? Посмотрим. Призывает Фишер и Колби. Что они делают? Просто дамажат. С рейнджи. Такое. Unlimited chance to redraw this time. Да нет, ну типа легендарную не будем приролить. Так, здесь это... Да, гарантирован легендарная выше карты на 20... А, типа видишь? На каждые 20 открытий мы получаем легендарную карту. Ага, понял. А так шанс ее почти 2%. Ну прикольно. Вот, сейчас уже все, нет, легендарный. Угу. Тут снежками какими-то закидываемся. Реально. Он снеговик еще накидывает, прикольно. Так, эпическая. О, инцендио. Ну, на прокачку. Ну, вот это вот что-то мне не зашло, на самом деле. Инцендио круто. Вот это такое себе. Так, ну кажется, все. Картинная карт из 20. Такое. Так, посетить комнату. Let's set these bubble blasts off in the boys' toilet. No, let's do. Filch's office. I like the way you think, brother. О. Реальные игроки бегают. В Гриффиндоре. You two look like you're up to no good. Так, вы можете посмотреть, хорошо, что в коробке. What box? Какой коробке? Я не вижу коробки. Clearly, I mean the box right there. Коробка прямо здесь. This? This ain't no box. It's a collection of explosive accessories. Dangerous delights. In other words, none of your business. Какие же они вот все-таки не ваше дело. Ну ладно. Филч идет. So, unless you and your not box want detention, так что если бы вы и ваш бокс не хотите задержания, вы можете смыться. Если и получше. Почему тебе не объяснить Филчу, что ты делаешь с этим? Ручки киданули меня с этой коробкой, да? Ну давай посмотрим. Подеремся, я так понимаю, с ним сейчас. Филч is in the prefect's bathroom cleaning up after Peeves. Again. Now, what are these things? I think Fisher called them a bombastic bomb box. Bombastic bomb box, да. I don't want to be late for charms. Better take these with me. I'll turn them in after class. Так, вернемся в класс. What are they doing here? Потом. Нормально, подеремся. Один против двух. That means you tricked us, and we don't like to be tricked, do we? И после того, что я их обманул, они сейчас хотят меня вызвать
на бой, да? Ну, давай попробуем. Бомбастик бомб! Spiders. Так, попробую использовать бомбастик бомбу в связи с другими суммонами, чтобы навредить Фрейю. Spiders. Bombastic bomb. Не, ну прикольно накидывает. Ну тут без шансов. Что-то они вообще ничего не сделали. Those two are infuriating. But these bombastic bomb boxes are fun. Bombastic bomb box это весело. I should probably get rid of these. I wouldn't want Filch to think they're mine. Так, Делвис Фрей Твинс. Отлично. О, что это за сундук? О, прикольно. Монеточки какие-то еще можно собирать. То есть, ну, имеет смысл. Значит, исследовать помещение на предмет что чего-либо. Так, Филч, похож на себя. Ну, нифига, он трясется весь. Что ты скрываешь? Просто недоразумение. Это не мое. Да дам, отдам, конечно. Run away или leave? Run away. Я просто сбежал от него, я так понимаю. Случилось. Ну, скажем так, я бежал некоторых неприятностей. Филч? Правда, меня напал убежден, что я ворвал ингредиенты для зелий из кладовой, чего я точно не делал. Какая драма. Великий волшебник хранит спокойствие даже в самых непредвиденных обстоятельствах. Так, отлично. Позвольте мне рассказать вам о дуэли, которая произошла в Министерстве магии не так давно. Я же сам этого не видел, но у меня есть друзья в Министерстве, которые говорят, что это было самое эпическое. Ну давайте, хочу послушать. Ох ты. Волан-де-Морт. А, прикольно, это как по фильму. С Альбусом. О, так мне еще и драться. Победить Волан-де-Морта. Двигается, когда вы двигаетесь. Прикольно. Призываю противостоять стон статуи. Детеныш антиподин какой-то. Так, призывает дракона с дыханием.
Так, Sandstorm. Реген. Чё время? Не понял, что там написано. Ладно. Тех соберем. Ой, как больно Трейк поймал. Ой, да от чего это я выкинулся? Отлично. Тест завершен. Ну, надо привыкнуть к этому геймплею, но в целом неплохо. Что помимо заклинаний, Квиддич тоже был довольно веселый, но лично мне больше всего нравится зелье. Видишь? Кстати, можно кататься на метле и летать? Да, ты можешь поговорить с Робином, если интересно. Слышал, он набирает летающих друзей в большом зале. Опа, какой-то кувшинчик там. Кувшинчик, кувшинчик. Что тут? Собрать. Ага, какие-то материалы. Прикольно. Так, ну что ж, мы дошли до какой-то такой вводной. Какие-то подарки нас сейчас ждут. Ну, давайте сейчас это вот пройдем и посмотрим. Потому что уже достаточно много играем. Интересно. Войдите в великий зал. Ну, наверное, это он и есть. А, ну то есть вот и все, и просто, да. Ну и давайте напоследочек откроем нашу золотую книгу. Попытаемся с 2% шансом достать золотую. Погнали. Не, не достали. Ну ладно, зато эпик есть. Бумбокс опять. Слушай, ну он достаточно сильный уже получается. Кошки эти. Достаточно сильный получается. Так, и проверим наши карты. Что мы с ней сделать можем? Выбрать ваши фавориты. Ну, понятно, типа, которые больше всего нравятся. Так. Ну, типа, это не совсем корректно, наверное, нужно подбирать. Ну вот, вот это я бы точно сменил бы на вот это. Так, Magic. Ой. Что это значит? Компаньоны. А, типа компаньоны какие-то. И сама магия.
Так, мы можем ее прокачать, да? Ой. А, он сама, то есть, может прокачать только когда есть карточки. Понял. Ну, надо пробовать подбирать. Много всего интересного тут добавилось, и много чего непонятного. Это прикольно, то есть и дамажит, и контролирует, но крайне сложно реализовать, мне кажется. То есть ту же самую дать стяжку и дать инсендию выглядит гораздо лучше, поэтому я ее, кстати, прокачаю. Книга заклинаний прокачивается до 11 уровня. Бум! И у меня все вылетело. Ну, что ж, друзья. Вот так вот бывает в играх, которые не так давно релизнулись. Поэтому на этом все. Большое спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Всем пока.